Для приготовления мясной начинки нам понадобится 1 кг жирной говядины, 800 г куриных грудок, 2 луковицы, 2 чайных ложки соли, 2 чайных ложки черного молотого перца. Куриное филе, говядину и лук режем крупными кусками и перемалываем на мясорубке. В готовый фарш добавляем соль, черный молотый перец. Все тщательно перемешиваем. Мясная начинка готова. Ее можно использовать для приготовления курзе, мант, пельменей. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!